Всем привет, друзья! С вами Дов. Сегодня у меня Sony Xperia Acro S. Еще одна водонепроницаемая модель. Сегодня будем менять на ней гнездо зарядки. Вот оно у нас здесь под заглушкой. Его вообще нету. Вырвано, сломано, согнуто, как угодно. Еще одна герметичная модель. К сожалению, не можем включить его, потому что батарея встроенная. Проверить нет вариантов. Итак, разбираем телефон. Снимаем крышку заднюю. Нижнюю я уже снял. Довольно деликатная конструкция внутри этого телефона. Будьте внимательны, когда его разбираете. Сняли крышку. Снимаем задние саморезы. Полностью все. Обратите внимание, саморезы у нас с резиновыми шайбами для полной герметизации. Поэтому обращайте внимание, когда снимаете болты, чтобы шайбы не отскочили. Саморезы все одинаковые сверху. Нет смысла запоминать их. Далее. По бокам у нас прикручены болтики с крестообразной шляпкой широкой, совсем другой конструкции. Также откручиваем их. Они тоже с резиновыми шайбами, вот я вам покажу поближе, если видно. Тоже следим за тем, чтобы все было на месте. Итак, раскрутили все болты. Соединяем заглушки. Кнопки поотваливались. Итак, далее снимаем дисплейный модуль с рамкой полностью. Таким вот образом аккуратно стягивайте. Внизу разъемы. Будьте аккуратны. Ну вот они, видите, соединяем аккуратно разъем тачскрина, экрана, убираем в сторону модуль, нам пока не нужен. Далее, друзья, вытаскиваем материнскую плату, всю полностью в сборе с верхним модулем из вот этой вот герметичной рамки. Вот у нас прокладка красная стоит, видите. Для этого необходимо, здесь она закреплена защелками. Вот я их освободил только что. Вытащим вот этот разъем антенны. Вот он. Ну, здесь он у нас стоял. Достаем слот сим-карты. Отстегиваем снизу разъемы. И вот таким образом аккуратно вытаскиваем. Гнездо зарядки стоит обычное, которое у нас идет на много моделей Xperia.
Она идет на Xperia Z, на Xperia U. Ничего необычного нету. Обычное гнездо. Итак, включаем фен. Здесь снимаем вот этот вот пластиковый модуль. Тут у нас защелка. Камера тоже. Кстати, это резиновая прокладка камеры. Не потеряйте ее, когда забираете телефон. Соединяем довольно длинный пластиковый каркас в сборе с... Вот, я его снял с кнопками и с датчиком. Ну, можно снять, в принципе, виброзвонок, чтобы он нам не мешал. Давайте соединим батарейку. Соединили батарейку на всякий случай. Так, включаем фен. Я ставлю 350 градусов на термофене. Такие вот разъемы интересные здесь у нас. Грею снизу. Снизу разъема. Неудобно камера расположена. Сняли. Фен можно выключать. Новое гнездо. Есть множество способов установки гнезда зарядки. Я всегда устанавливаю вот таким вот способом. Ставлю гнездо изнанкой, плату, беру паяльник, добавляем флюс. Берем припоя. Вот таким вот образом сажаем гнездо поочередно с одной и с другой стороны. Вот видите, прижимаем не сильно. Еще раз. Это все село, переворачиваем. Пожалуйста, видите, все аккуратно сидит. Можем добавить припоя с этой стороны. Дополнительно. Для усиления, так скажем. Далее припаиваем ножки, добавляем флюс. Не переборщите с припоем. Попробуйте сначала пустым жалом.
стандаля, если припоя не хватает, то уже можете взять его для того, чтобы ножки между собой не слиплись. Если есть микроскоп у вас, посмотрите под микроскопом. Очень удобно паять под микроскопом. Если нету, то можете проверить иголкой. Таким вот образом, пошатывая ножки. Вот. Качество. Сейчас я посмотрю под микроскопом. Не знаю, видно ли вам таким вот образом. Все отлично припаялось. Собираем телефон. Ставим виброзвонок. Обратно сборный модуль пластиковый ставим. Перепутал сторону. Смотрите, чтобы все стало на место. Это разъем, я думаю, можно застегнуть. Виброзвонок. Здесь защелка. Сбоку датчика у нас стоит еще одна. Ну, вроде бы все, пристегнули. Можно поставить сразу камеру. Батарейку давайте пристегнем тоже сразу. Пристегнули батарею. Вставляем в рамку. Гнездом зарядки вперед. Гнездо зарядки, гнездо HDMI. Резинка камеры вывалилась. Ставили. Отстегнулась камера. Значит, следовательно, будем вставлять ее в конце. Застегнули вот здесь внизу. Полностью по периметру просмотрели, чтобы ничего не болталось. Ставим обратно разъем. Слот сим-карты пластиковый. Заглушки можно все застегнуть, чтобы не болтались. Так, это у нас заглушка. Вот он. Заглушка сим-карты. Ставили камеру основную, застегнули. Так.
кнопки звука. Так, это у нас кнопка включения, судя по всему. Поставили. У каждой кнопки есть пазы, поэтому здесь сложно что-то перепутать. Так, это у нас заглушка карты памяти. Все заглушки герметичны, прорезинены, поэтому чтобы вода протекла через них, это нужно серьезно постараться. Итак, ставим дисплейный модуль обратно. Дисплейный модуль. Застегиваем тач. Разъем дисплея. Застегнули. Так, у нас опять отвалилась кнопочка. Сейчас мы ее вставим. Поставили дисплейный модуль. Очень удобно вставляется. Поставим еще раз эту кнопку, которая постоянно отваливается у нас. Кнопка включения. Далее закручиваем болты. Верхние, боковые. Без разницы, какие первые. Еще раз просмотрите болты, чтобы случайно не потерялись резиновые шайбы. Во избежание протечки телефона. Вообще очень внимательно всегда относитесь к сборке герметичных телефонов. Ничего не меняйте местами. Ничего не теряйте. Всяческие прокладки. Резиновые, пластиковые. Последний верхний саморез. Закручиваем боковые теперь крестообразной отверткой. Вообще перед закручиванием телефона, конечно, лучше сначала проверить гнездо зарядки. Вот. Просто я уверен, что поставил его хорошо, поэтому я не проверил, но лучше проверять. Избежание потери времени. Давайте проверим сейчас. Свет загорелся, вот видите, красный. Телефон заряжается. Ставим крышку. Аккуратно с кнопками. Плотно, все плотно прилегает. Везде есть клип, все отлично работает. Ставим нижнюю крышку. Еще раз проверьте зазоры, все остальное. То есть телефон пошел заряжаться, рисунок появится. Если вы оставите на 5-10 минут, появится рисунок. Вот. Для того, что батарейка заряжается. Всем спасибо за внимание, друзья.
Это была у нас Sony Xperia Acro S, модель LT26V. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы. Всем удачного дня, до свидания.